Немножко прокатимся по городу. 4 апреля, 4.04.2022 год. Все, у нас наступила весна сегодня. Со вчерашнего вечера где-то плюс 5, где-то плюс 4, наверное, температура стала. Вот всю ночь было, и сейчас все везде кругом лужи, все тает, продавливается весь снег. Даже пешком идешь где-то по тропинкам, все продавливает. Не знаю, поехал в лес. Попробуем проехать, что получится, там на Волынку надо съездить. Там, ну, в сторону Волынки, недалеко от Волынки, короче. Там в сторону Ваи, леса пока нету, там все вывезли мы. Потом попозже, не знаю, еще будем возить. Ну, все равно подморозит, наверное, немножко. Все равно повозим еще. До 10 апреля обычно там где-то, до 15, может, даже, бывает, возят. Короче говоря, вот такая ситуация у нас. Все тает кругом. Весна началась. Резкое такое потепление, главное. Но обещают вроде бы завтра, там, или когда, послезавтра. Как, ну, минусовую ночью. Минус 7, что там, минус 5, сколько-то, не знаю, как, что будет. Но если так будет тепло, дня 2-3, то все, вся дорога провалится. Она уже проваливается, можно сказать. Уже там по лесу, скорее всего, не знаю, провалилась, наверное, тоже. Сейчас, ну, сейчас посмотрим, поедем. Не знаю, поснимаю, если что, покажу, как ситуация будет происходить. Вайская дорога лишь бы не провалилась, тогда это будет жопа вообще полная. Потому что, ну, ехать далеко по Вайской дороге. Как-то в позапрошлом году проваливалось, было такое. И я ехал, сколько там, 7 часов или 8 я ехал, как 80 километров расстояние. Вся Вайская дорога провалилась, даже видео у меня есть там где-то, я снимал. 13 апреля вроде бы, что ли, только это было. То ли даже пятница на 13 было. Ладно, еду, посмотрим. Короче говоря, объясню сейчас ситуацию. Еду назад, задом сдаю. Развернуться негде. Только немного вот здесь проехали от Вайского поворота. Буквально тут вон сколько метров? 300-500. И дорога как каток. Аж машины вот так катают туда-сюда в разные стороны. Опасно ехать. И потом лесовозчики туда-сюда обратно пустые едут. Остановили, спросили одного, второго. Ну, короче, говорит, это бесполезно. Там вот тут горка будет первая, подъем. Сельхозгора. Никто подняться не могут. На цепях, говорит, еле поднялись. Вот этот паренек ехал. Поднялся, развернулся, говорит, назад поехал. Ну его нафиг. А там эти дальше подъемы, спуски же будут, хитрая там, да что, чурочная. Там еще сложно будет подняться. Ладно, подняться, потом груженый же надо, ну, груженому надо будет ехать. Вниз спускаться, на лыжи встанет, все, жопа будет полная. Будет опасная ситуация стопроцентная. Короче, это, ну его нафиг ехать. И вообще каток, вот это, как лед прям такой на дороге. Видимо, как будто этот дождь идет, а дорога как, ну, промерзшая все еще, не отошла. И он намерзает сверху, лед. И вот сдаю назад, сейчас вон сзади КамАЗ едет, блин. Как-то разъехаться надо. Я поехал в КамАЗ, ну не знает, или сейчас доедет до куда-то, развернется назад тоже, уедет. Блин, вот этот прицеп заламывает. На подъеме там несколько машин стоят, подняться не могут в горку, в эту сельхозгору.
Вот здесь недалеко, сколько-то километра, это, ну, получается, километров 3, может, отсюда, от этого места. Блин, куда-то у меня режет в сторону. А мне тут назад немного сдать, вон до поворота, Васький поворот здесь сейчас будет. Там, тут развернусь, но так на дороге с прицепом не развернуться. Ну, если прицеп только отцепить. Можно было, по идее, уже за это время прицеп отцепить, развернуться. Фискаром развернуть прицеп и все, и подцепить обратно. Да, пофиг, сдам назад. Вон, еще один КамАЗ едет. Еще один отчаянный поехал. Развернуться все назад. Ну, хрен его знает. Может, кто-то проедет, я не знаю. Не, ладно проехать, ты туда проедешь пустой еще, на цепях подымешься, может, где-то. А обратно как ехать груженому, вот я не знаю. На спусках будет на лыжи вставать. И если груженный полностью на лыжи встанешь, то это будет жопа полная. Особенно вот где-то на этой, как она, на Хитрой горе. Она затяжная такая, с поворотами. Там все будет, полный ужас начнется, так сказать. Апокалипсис. Не то, что опасная ситуация. Ну его нафиг. Лучше подождать до завтра. Обещают вроде подморозить. Тут, ну, должно. Сегодня, может, ночью или завтра. Подождем день-два. Что-то можно посмотреть, машину проверить, а что, подремонтироваться, что-нибудь. Видосы поделаю немного. Вот этот видос сделаю сегодня еще. Что-то посмотреть, что тут было. Ладно, еду дальше тогда, что. Вон тут немного осталось. Или что, доехать сразу до конца, до поворота. Поснимать, в смысле. Не получился сегодня рейс. 4 апреля. Четвертый месяц получается. 4.04. Опасная ситуация. Ну, вчера с вечера еще начало, это как дождь начал идти, ну, потеплело. Днем нормально, главное, было. Я еще выехал. Поворот уже сейчас будет. Блин, сюда закусывает, что-то за бровку. Короче говоря, я вчера даже это, ну, без цепей проехал. Снег шел, как бы так подсыпал. Дорога такая снегом подсыпана была. И нормальная, как бы такая, не скользкая. Не скользкая. И это. Вчера нормально проехал вообще. А сегодня, ну как, вчера вечером начался дождь. Домой, когда уже приехал. Вон КамАЗы идут, сейчас посмотрим. Показывает жопа, говорит, там. Жопа, говорит, полная. Развернулись тоже, блядь, назад еду. Вот Васький поворот. Все назад едут. И я назад тоже, ну его нафиг. Продавленная стала. Вот здесь вот. Она толком не чищена. Зимой не чистили, в смысле. И сейчас она вся продавилась. А Вайская дорога там тоже местами такая. Может быть. Где-то, где более-менее чищенная, там каток стал, гололед. Ладно, все, тогда еду домой. На этом все. Всем пока. Так сказать. Всего хорошего и до новых встреч. 4 апреля. Весна началась в Красновишерске. Блин, куда тянешь в сторону, ты херась. Нихера себе мотает.